Ну рассказывай, Ракутаген, как тебе бразильское оружие? Ой, ты знаешь, Кэп, очень-очень годное. Ну, хорошее оружие. Я даже мозголом поставил. Да ладно. Ты, я тебе серьезно говорю, ты че? Дай-да-дай-дам, та-да-дам. Опаньки! Оп, мой хороший, где... Ух, сука! Граната не вовремя прилетела. Ну, бывает чем, это мелочь все. О, рачишечка, мой шляденький. Опа, еще один. Сейчас, что будет? Вот, где мой мозголом, сука, где мои киски? Мозголом. Есть мозголом, детка, да. Уничтожьте ответ врага. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, капитан Очевидность. И есть у меня для вас отличненький такой... Так, секундочку. Хэдшот, детка, you are owned. Извини, Рома, это Соклан мой. Соклан классный парень, на самом деле, веселый такой, душевный, с колесом любит поиграть. В общем, как я. Да, да. Кстати, а? С почином. Благодарю, Кэп, ты очень любезен. Ну, Кэп, как всегда, молодец. Да, на чем остановился? Ну да, есть у меня для вас отличненький анекдот. Великолепный, прямо скажем. Один товарищ другому рассказывает. Как-то раз, говорит, беседовал я с одним американцем, а он все время утверждал, что мы русские, мафиози все. А я ему доказываю, что я не мафиози, а он все равно меня называет мафиози. Пришлось его замочить нафиг. Да. Да, как бы... Такие дела, в общем, все замечательно. Ну, это неправда, конечно, нет. Большинство-то... Ты такой скилловой. Да пошел ты в жопу, слышь. Не начинай, скилловой. Нормально. Тут дело в том, что мы сегодня играем... Ну, это не совсем паблик. Дело происходит в очень интересной комнате. Здесь треть комнаты клан Dark Matter. Еще ребята скилловые. В общем, надо быть осторожным, да. Особенно, если я играю снайпером. А снайпером я играю, ну, хуже, чем другими классами. Ну, во всяком случае, ничего, мясорубки выигрывал даже на пригороде. Сейчас посмотрим. Тихо. О, тихо. Хэдшот. Там-там. Класс. Нравится мне. Душевное настроение классное. Все мы веселимся здесь. Здесь весело, здесь душевно. Тут нагибают. Красиво все-таки, а? Капитан Джин, у тебя всегда красиво все, что где меня нагибают. Перестань, хватит. Это уже не в тренде, это не модно, понял? Вообще не модно. Да нет, это всегда будет в моде. Да, это всегда будет в моде. Это фишка наша, Кэп. Фишка нашей с тобой деятельности творческой. Тихо. Давай. Че там за попрыгунчик? Слышь, Ванька, встань-ка. О! Куда-то упрыгал, не знаю. Че, тоже мафиози? Мафиози, убил меня. Замочил нафиг. Я же говорил, что мафиози. Он, кстати, по-моему, тоже ютубер. Мозгов нет. Интересно, конечно, ник. Ну или как-то так. Во! Надо посмотреть потом. Наверное, прикольный тип. Так. Во! Нашего убили. Наших тут везде убивает. Что-то я тут поздно как-то. Ну, в общем, я капитан очевидность тоже. Еще один. Так. Так, это... Да, ну нет, ну, ребят, ну что вы начинаете? Покуха, братуха, минус ставлю. Если кто-то войдет, его разорвет вместе со мной. Ну, главное, что его разорвет. Так что не страшно. Поэтому я уйду на всякий случай, ну, мало ли, вдруг. Рампа, дай-да-дай-да-дам, я нагиба сегодня дам. Да, самый скилловой пистолет на свете нынче что-то подводит, подводит. Ну, а лучше все равно нету. Не, вообще-то этот ничего. Как его? Револьвер. Забывай, как он называется. Короче, за варбаксы. Хороший, да. Все время забываю. Кольт, во. Кольт, кольт вообще классный. Реально тема. Его апнули, по-моему. Он так точно от бедра стал шить. И фрит. Ой. Ладно, я ничего не говорил, дорогие разработчики. Не надо ничего нерфить. Хороший кольт. Кольт говно. Не обращайте на него внимания. Он ничего интересного себе не представляет. Я с ним сейчас бегаю просто иногда по фану. Так что... Считайте, что я ничего не говорю. Так. А вот то, что Крис апнули, это молодцы, это молодцы. Это вы... Вот я на днях-то с Крис... Поиграю. Ромка. Ну, Ромка меня отомстил, потому что я его нагнул тогда. Чё-то как-то черная полоса какая-то. Чё за фигня? Наши гнут. Я тоже нагибаюсь. Надо выходить отсюда. Тут опасно. О!
Сережа Штурм, блин. Штурм, бери штурма. Че ты снайпера взял? Зачем? Где? Во! Эх! Ромка, извини, нагиб случается. Ну, как бы он сам просил прямо. Своим светлым личиком стоял, смотрел на меня. Это что за манер? На колбаску, голубчик, да, тебя понял, да? Да, понял. Сережу сразу вспомнил. Серега, я тебя поздравляю. Ну, ты сам знаешь, чем, как бы. В общем, ты понял. Эдшот, детка! Вот так вот. Фраги сегодня классные. Сегодня мы просто веселимся, и я показываю, насколько попа боль играть в комнате, где, не знаю, ну, треть, наверное, тут... игроков, это игроки Open Cup, а вон там Dark Matter, Quant, Сережа Штурм, он тоже откуда, я не помню, с Ripples, я не помню, в общем, честно говоря, тоже. В общем, все нагибаторы. Играть тут непросто. Ну ничего, вроде все, неплохо чувствую. Та-дам! Понял, да? Вот так вот. Рам-пам! Тихо. Та-та-да-дам, я нагиб, а сегодня дам. Скаут я с собой возьму и ваншотов раздаю. Классно чувствую себя, минка есть у меня, я гранатку кинул вам. Где мой та-да-дам? Вот он, та-да-дам, хэдшот. Зачем со снайперки хэдшоты ставить? Капитан, ничего не могу с собой поделать, привычка, автоматизм, сука. Вот так вот, да, рипан, это хороший мой. Ха-ха-ха, меня нагнуло. Чё-то это, мне очень хорошо сегодня. Я ничего не принимаю. Я за здоровый образ жизни, я не раз говорил об этом. Серьезно. Я практически не пью. Так, крайне редко. Есть один день в году, когда я могу нажираться. Это Новый год. Но, знаете, на этот Новый год я... Я вообще пить не буду. Хэдшот, вот. Лучше хэдшоты буду раздавать. Не, шучу, в Новый год хэдшоты раздавать как-то неправильно. Просто... Просто буду хорошо. Вообще это буду, наверное, с родителями праздновать. Это правильно. Самые дорогие люди на свете. С ними и надо Новый год праздновать. Родители там, семьи. Ну, в общем, все близкие. Это правильно. Нажрутся там в клубе, как я раньше. Хорошо. Фигня это все, ребят. Несерьезно. 1 января, вместо того, чтобы гулять по пустынным улицам, свежать и дышать свежим воздухом. 1 января обычно у нас никто не ходит, никого нету, все с головной болью, опохмеляются, машины не ездят, ничего не происходит. Вообще здорово 1 января. Вот. А люди болеют, зачем? Надо отдыхать. Да, вообще маньяк, что ему надо от меня? Или это не тот уже? Че это вы так полюбили-то это? Самураями стали, что ли, все? Кэндо занимать? О, тихо! Вот это я! Как я ему вот это... Ах ты, сука! Рокозавр фаршированный! Да! Я рокозавр, я! Нагнула меня, как Бобика, сука! Красиво зато было, мне понравилось! Блин, скулы, щеки болят! Улыбаться столько нельзя! Всего должно быть меру! Так! Где... US own. Да. Согласен. Да рампай, да-дам. Но, пацаны, ну мы не вытянем по-любому, это уже конец. Блин, нас нагнуло. Ладно, я все равно под конец что-нибудь красивое сделаю. Сюда иди. Вот так вот, Роман. Рома, Рома, Роман. Банан. Где? Миссия. Все. Мы ничего не смогли сделать. Нормально. Не, ну классно, весело поиграли. Я поиграл. Ты, сука, сидел там. Рассуждал, диванный философ. Знаешь, какая тут жопа? О, тут-то да. Тут аж вспотеешь, блин. Барам-пам-пам. О, кстати, по эффективности второй в комнате. Меткость вообще самая высокая в моей команде. И вообще я молодец. 7 хедшотов, где you was owned из 21 фрага. Третью фрагов хедшотами? Да. Леди и джентльмены, если вам нравятся такие фановые чисто забеги, нравится, когда Рокутагин, когда меня фармят, короче, вот это вот. Та-да-там, парам-пам. Там-там. Эх. В общем, когда все классно происходит, то ставьте лайки, чешите яйки, друзья мои, вступайте в нашу армию, нагибайте все, и мы увидимся с вами. Да.
Да, сука, похоже, тебе вообще на отдыхе голову отбили.